Моя фамилия Бажов. От слова «бажить», что значит «колдовать». Отсюда слово «набажил», «наговорил», «напророчил», то есть. Сказы не зря придуманы. Ины в покор, ины в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. В детстве пришлось мне 3 года провести в Полевском заводе. Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике. «Пойдем на гору сказки слушать», — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей. «Сказки? Что я маленький? Пойдем. Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства». Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности, да для веселья глазу, они рисовку в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Они и кормились от этого ремесла, и неплохо сказать «кормились». Слава Нижнего Тагила еще со времен Демидовых на весь мир гремела. Да так звонко, как то железо, которое производили на местных заводах. Знаменитую марку «Старый Соболь» даже в капризной Европе весьма уважали. Оно самым лучшим в мире тогда считалось. А чтобы в более выгодных красках покупателям то железо показать, его наши мастера разрисовывали, кто во что гораст. Получалась такая искусная во всех смыслах реклама, а от нее и особый вид искусства зародился – подносный промысел. Это наша нижнетагильская роспись, которая включает в себя основной элемент – это роза. Это наша нижнетагильская роза, которая пишется 2 мазками. То есть на пяточку вот набирается, допустим, зеленый цвет, а на носочек набирается желтый. И вот так вот воспроизводим роспись. Один взмах кисти, и вот как в сказке на железе расцветают розы. Эти букеты нарисованы по-особому, по-тагильски. Так 2 красками одновременно подносы расписывают только местные умельцы. Быстрое маховое письмо за века стало почерком уральских мастеров. 2 цвета ложатся ровно на поверхность и никогда не смазываются. Мастера знают, здесь важно правильно подготовить поднос для росписи. И это тоже целое искусство. Мы берем поднос, заготовка вот такой вот, обезжириваем его, потом ставим сюда на рабочее место и покрываем пистолетом малярным под сжатым воздухом и краской. То есть наносим грунт, просушиваем в печке, потом наносим эмаль. Это сейчас подносы штампуют. А раньше тагильские умельцы не только сами расписывали, сами ковали подносы вручную. Старый Соболь был мягкий, податливый и не только в промышленности, но и в творчестве пригодный. А вот рисовку в железо нынешние художники по-старому вгоняют. Точно так же, как это делали первые мастера 3 столетия назад. Следующий цвет в ягодах набирается. Чтобы была градация цвета, получается, что на носочек уже берется предыдущий цвет, а на пяточку более темный. То есть, соответственно, сюда оранжевый, вниз красный. Получается, что одна ягода на другую чуть-чуть должна заезжать снизу вверх. Получается, гроздь, она как живая. Только прежде росписью по металлу занимались исключительно художники мужского пола. В подносном промысле заводовладельцы Демидовы увидели прибыльное дело. Потому на свои деньги даже организовали школу живописцев для мальчиков, пригласили в Тагил профессиональных художников.
Это потом, когда на заводе мужских рук стало не хватать, кисти вручили девушкам. Это с их легкой руки на железе начали распускаться розы. Начиналось именно вот с сюжетов, не с цветов наша тагильская роспись. А именно писали какие-то сюжеты, копировали гравюры. Была школа живописи для крестьянских детей, Демидовы организовали. Именно вот начиналось все с таких вот сюжетов, с живописи. А потом уже, когда в промысел пришли женщины, то стали писать больше цветы. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще. Вырежут с печатного картинку какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно. И станет та рисовка, либо картинка, как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. Ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить, либо вино сплеснуть, вреда подносу нет. Первыми в Нижнем Тагиле взмахнули кистью по железу староверы, братья Худояровы. Все секреты и хитрости подносного промысла ими были придуманы и держались в строжайшем секрете. Староверам не разрешалось в то время писать иконы, но таланты себя нашли в другом деле – начали расписывать подносы. Рукой художника Бог водит, мастера Худояровы, да и все остальные, нижнетагильские, это не понаслышке знают. Может, потому и пишутся уральские подносы одним махом, всего за один день. В других видах росписи, допустим, там есть, сначала они делают подмалевки, потом просушивают, и потом бликуют, прописывают как-то. А мы наносим это сразу, то есть оно делается вот под нос, от начала до конца он изготавливается вот одним днем. В прежние времена краска, что использовали подносных дел мастера, тоже была особая. Ее художники делали исключительно своими руками. В ход шли природные минералы, которыми всегда была богата уральская земля. Здесь-то нашим мастерам опять пригодился царский камень, зеленый малахит. Какие розы без лепестков? Как известно, жизнь Нижнему Тагилу дала гора Высокая. И вот на отвалах горы Высокой было множество цветных минералов, таких, например, как малахит. Мастера находили эти минералы, дробили их и на особых мраморных досках с помощью пестов-курантов истирали камень в порошок. Затем смешивали его с маслом и получали краску, в том числе знаменитую краску «Малахитницу». В данном случае здесь находятся подносы, которые расписал художник масляными красками. То есть они еще ничем, этот рисунок не защищен, не покрыт лаком. Естественно, можно задеть и легко смазать рисунок. Но главный секрет тагильского подноса был в зеркальной поверхности. В старые времена подносы покрывали особым хрустальным лаком. Благодаря ему яркие краски не смазывались, хрустальный лак был почти волшебным. На такой поднос хоть горячий самовар ставь, с ним ничего не случится. Домашнюю кислоту на поднос прольешь, вреда никакого не будет. Хрустальный лак – это не вымысел Павла Петровича Бажова, это реальность. И, вероятнее всего, изобретателями хрустального лака являются крепостные художники Демидовых Худояровы. Хрустальным он называется потому, что имеет особую прочность, прозрачность и чистоту. Так варить лак, как умели варить Худояровы, не умел больше никто. В семье Худояровых эту тайну лака передавали из поколения в поколение, и никому секреты своего мастерства не рассказывали. А любопытных и среди своих, и среди приезжих иностранцев немало было. Про это дальше сказ пойдет. Сила мастерства, значит, в этом хрустальном лаке и состояла. Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего? Про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали. Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел,
и до чужих краев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах, вроде сказать, проезжающий барин из немцев. В мастерских покупал немец поделку, всякую нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят. Многие пытались выведать тайну хрустального лака. Заводовладельцы Демидовы ради этого отправляли к художникам Худояровым своих людей под видом учеников. Господа Голицыны делали попытки подкупить самих староверов. Промышленный шпионаж в 18 веке провалился в пух и прах. Уральские мастера были непреклонны. Рублем сманить художников не получилось. Даже известный путешественник Петр Симон Паллас, который посетил тагильские заводы в 1770 году, упоминает с восторгом о том, что ему где показали секрет приготовления знаменитого худояровского лака. Немецкого ученого-путешественника с мировым именем тагильчане провели как маленького ребенка. На деле ему показали лишь обычное воронение, грунтовку, которую делают, чтобы подготовить поднос перед росписью. А это лишь полдела. А вот как варить тот самый настоящий хрустальный лак, до сих пор ломают голову. В 1990 году был произведен анализ лака. И учеными было выявлено, что, во-первых, лак этот делается горячим способом, то есть варится в печи. Лак этот спиртовой, есть еще олифовые лаки, которые со временем мутнеют. И, кроме того, в состав этого лака входят копалы. Копалы – это смолы тропических деревьев, которые, видимо, придавали лаку особую прочность. И хотя состав лака учеными был установлен, старинный рецепт восстановить так и не удалось, он навечно утрачен. Нынешние мастера подносы покрывают не хрустальным, а обычным заводским лаком. Он тоже помогает сохранить роспись на века. А если нанести лак на несколько слоев, создает объем рисунку. Сила мастерства тагильских умельцев все-таки не в одном хрустальном лаке была. Талант – тоже вещь нужная. Я сейчас пишу пейзаж Нижнетагильский, вид Лисьей горы. В этой работе главное, чтобы были аккуратно наложены мазочки, окончательная прописка была достаточно тонкая. Потому что вещь миниатюрная, нужно, чтобы все было аккуратненько написано. И хотя нет той знаменитой зеркальной поверхности, в наши дни умельцы не перестают удивлять. Старый подносный промысел теперь стал еще больше уральским. Одна из последних диковинок – основу для подноса делают под малахит. Центральная часть покрывается черной эмалью, периметр подноса окруженность его зеленым и вот эти черные полоски – это копчение. Называется копчение, в смысле, то есть, когда лакировщик покрывает поднос, покрыл эмалью, она сырая, вот, переворачивается поднос, вот так, то есть, это делается двумя людьми, сжигают бересту и коптят. Вот эта копоть остается на подносе, поднос сушится, и получаются вот такие разводы. Три столетия минуло с тех пор. Нижнетагильские заводы уже давно не производят знаменитый старый соболь, а народный промысел, что из промышленности зародился, по-прежнему процветает. Как знаменитая роза на железе. Она для мастеров подносного промысла, что и каменный цветок для камнерезов. В ней вся сила таланта, и именно она мерила мастерства. Если раскроется цветок на металле, как живой, значит, ее рука не простого ремесленника, а подлинного мастера выводила. Богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь. А коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.
Одним словом, мастерство.